Здравствуй, YouTube. Скажу так. Продолжается работа по сотрудничеству с различными магазинами, производителями, продавцами для того, чтобы у подписчиков канала был какой-то интерес к каналу не только в плане познавательном, там что-то послушать, почитать, узнать. Посмотреть, узнать, но и в плане реально финансовом. С Лазой Базой мы обсудили очередной раз, корешились. Вот, давно общаемся с Тимофеем. Ну и, собственно говоря, у меня есть пара его изделий, которые я, в общем-то, использую почти каждый день, бывает даже почти каждый день периодами. Вот. И при этом у меня нет ни одной сумки для ножей, просто потому что я не пользуюсь сумками для ножей. Вот. Но вот для документов и для карточек я, по-моему, показывал на канале, штучечки у меня есть. Им вообще нет сносу, поэтому я попросил Тимофея как-нибудь дать мне показать вам сумку. Вот. Ну и договор в итоге такой. У всех подписчиков канала будут специальные условия при покупке в магазине Лаза База при указании промокода KnifeSpa. Все как всегда. Вы обращаетесь к продавцу, говорите: здравствуйте, я от KnifeSpa. Вот мы, вернее, да, как бы с канала. Вот. И, собственно говоря, промокод мой KnifeSpa. И слушайте, что он вам предложит за это. Вот. У кого как, да, где-то я прописываю сразу скидку, где-то просто будет особое отношение, где-то будет какой-нибудь бонус, ну, по-разному, с кем как удается это дело обсудить. Чем хороши сумки для ножей вообще? Тем, что если вы не можете себе позволить нож выложить на полочку, да, или разложить на полочке, ну, например, это нарушает эстетику гостиной или спальни, да, например, как вариант. Или это просто детки маленькие, не очень. Ну или просто это пугает там друзей, знакомых и так далее, да, то вы знаете, что ваши ножи могут совершенно спокойно лежать в сумках. Я не стал брать большую, я вот взял показать для демонстрации качества небольшую сумку, предоставил Тимофей. В принципе, это наиболее, на мой взгляд, адекватный формат на 4 ножа. Почему? Потому что, ну, можно там куда-то выезжаешь, взял с собой. Надо отдать ножи на заточку, отдал в этой сумке. Такое, кстати, у меня частенько бывает. То есть люди приезжают, часто как раз-таки с лазобазовской сумкой, отдают заточку именно в ней и получают обратно тоже в ней. Вот. Давайте попытаемся понатыкивать в нее разные ножи. Вот. Модели вообще есть разные. Есть, кстати, с прозрачными карманами. Вы все это, наверное, знаете лучше меня, потому что лазобаза достаточно ну, известная уже достаточно давно марка. Итак, давайте поставим. Я взял разные ножи, побольше, поменьше. Сумка абсолютно новая, свежесшитая. Вот. И, соответственно, туго все очень входит. Значит, я взял нож пошире, покрупнее. Взял нож подлиннее. Это Supreme, Кизляр Supreme Biker. Взял нож тоже достаточно широкий, гладкий. Это Ганза, который я делал, обрабатывал. Ну и взял маленький, легенький, тоже для примера, бенчик 530. В принципе, все замечательно входит. Дальше закрываем первую половинку, накладываем, закрываем вторую половинку. В принципе, потяжелела сумка, конечно. Вот. Все очень даже нормально закрылось, ничего никуда не болтается, ничего не раскрывается. Ручка у сумки вообще удобная. Сейчас я чуть-чуть отъеду, чтобы можно было это все лучше показать. Вот. Сумка вообще удобная, все круто. Ну и единственный ништячок, самый главный, который можно было упустить, это то, что в этой же сумке есть кармашек. Так вот, товарищи, закончились мучения ножеманов. Засунули 4 ножа вот сюда, их сертификаты засунули сюда. И все, и мучений больше нет. Вы засунули сюда сертификаты и знаете, что 4 ножа этих, их сертификаты лежат рядом. Взяли, выбрали нож, который вы эту неделю будете носить.
вытащили его сертификат из четырех и радуетесь жизни, и не надо переживать, потому что чем дальше, тем больше нас проверяют, и вынуждены мы бываем иногда рассказывать о том, как все вообще, так сказать, в этом мире радужно с нашими ножами, и что на них не нужны сертификаты, это не холодняк, но не все верят почему-то, да, как бы, потому что не все знают законы. Ну, что делать, метро ужесточилось, это, наверное, хорошо. Вот. Ну, я думаю, излишне говорить, что все прошито идеальным образом, все очень аккуратно, кордура очень крепкая, очень износостойкая, это я уже у себя тоже проверил на изделиях. Мягенькая внутри флисочка, вообще классная, то есть, ну, ножи прям как, я не знаю, вот если в мастерской они на спа, то здесь они прям, я не знаю, как у Христа за пазухой в таких сумках, реально. Я лично очень советую, я видел разные сумки, опять-таки приносят в заточку. Вот, видел разные сумки, и даже бенчевские фирменные, они сшиты не так хорошо и сделаны не так аккуратно. Вот такая история. На этом все. Пользуйтесь промокодом, пока он работает, это не будет длиться вечно. Ну и, собственно говоря, делитесь своими впечатлениями в комментариях. Я лично считаю, что это очень круто, когда есть такая вот интересная своя наша марка, которая, ну, реально по качеству на мировом уровне, если не лучше.